Сарторио Маринера. Как вы думаете, что может означать это слово? Звучит как итальянская музыка, а значит оно бренд. Бренд, который производит верхнюю женскую одежду. Причем абсолютно из натуральных тканей. Io non guardo mai lontano. Мы искренне рады приветствовать всех вас на открытии нового бренда бутика от компании Sartorio Marinera. Всем добро пожаловать! Ho provato, riprovato, quante volte nella notte ho preso fiato, non ti voglio, poi ti penso, resto sveglia, diventi il mio tormento, quante cose che ho sbagliato, quante che ho capito, ma quella cosa che sembrava amore mi fa male da impazzire. Три показа в день открытия бутика, три разных стиля. Casual стиль, пальто на каждый день, из хорошей шерсти и классического силуэта. Пальто уровня бизнес-класс с применением шерсти отличного качества для бизнес-леди и девушек с амбициями. Пальто премиум-класса – это пальто от Sartorio Marinera из шерсти молодых ягнят первой стрижки, украшенные кристаллами Сваровски. Легчайшие произведения швейного искусства с натуральным утеплителем, не прибавляющие объема вашей талии, но самой лучшей защитой от холода. А это пальто изготовлено из шерсти Лора Пиана. Это первая вычесанная шерсть молодого ягненка. А на открытии особо удачливым гостям досталось такое пальто бесплатно. И еще немного приятных подарков и сюрпризов. За что стоит благодарить Татьяну, хозяйку бутика Маринеро. Именно она знает о пальто все. В течение вечера прошло три разных по стилю показа. Хозяйка бутика и представительница бренда Sartorio Marinera рассказали многое о пальто и тканях, из которых они шьются. Дарили подарки, и снова в преддверии холодов мне захотелось надеть на себя шикарное пальто из натуральной шерсти. Выбор сделан, дамы. Именно пальто, а не шуба. Благодаря открытию Marinera Бутик я сегодня сделала вывод, что идеально сшитое пальто из натуральной шерсти заслуживает в любом гардеробе достойное место. Это выбор настоящей леди.